Друзья, всем огромный привет! Здесь на моем канале мы учимся создавать уют и красоту в ваших домах. И сегодня будем оформлять вот эти полки. Кстати, мы их делали с мужем сами, об этом тоже есть видео на канале. И в этом видео я хочу вам показать, что можно удачно сочетать самые бюджетные предметы, например, купленные в магазине Fix Price, вот эти кружки, 55 рублей всего стоили, с какими-то винтажными предметами или дизайнерскими предметами интерьера. Важно знать некоторые дизайнерские секреты, которыми я поделюсь с вами здесь в видео. И тогда у вас получится интересная интерьерная композиция. Обязательно в комментариях напишите, какой из способов оформления вам понравился больше. Итак, для первого способа я взяла вот эту тарелку. Она является новинкой в магазине Fix Price. И буду использовать ее в качестве задника. То есть я поставила ее вертикально. А также вертикально я поставила два стеклянных бокала для глинтвейна. И вот здесь первый дизайнерский секрет. Он заключается в том, что стеклянные прозрачные предметы, они позволяют подчеркнуть красоту того, что стоит за ними. То есть вы можете просматривать за ними какую-то картину или, как в данном случае, тарелку. Также я поддержала винтажность эмалированного подноса с помощью стеклянной старинной чайницы. И в данном случае кружки по цвету сочетаются с тарелкой. А для второго своего оформления я просто поменяла эмалированный подносик вот этот на медную тарелочку. И выбрала я здесь медь не случайно, потому что здесь я хотела использовать медную банку, и мне нужно было поддержать чем-то, опять же, цвет меди и ее структуру. Получилась у меня такая интерьерная композиция. Здесь я вам расскажу о втором дизайнерском секрете. Обязательно для оформления выбирайте какие-то вертикальные предметы. В данном случае, например, у меня здесь высокая баночка медная. Это позволяет сделать, опять же, композицию более интересной. И для третьего оформления буду использовать вот эти чашки. Они сделаны под эмаль и удивительно сочетаются с моим ретро-тостером. А также салфетку из магазина Fix Price я разместила вертикально. Деревянные уточки будут акцентом здесь на моей полке. Их деревянную структуру я подержу с помощью деревянного спила. И вот здесь расскажу вам о третьем дизайнерском секрете. Если у вас есть два предмета одинаковой высоты, либо одинаковой формы, один из них поставьте на небольшое возвышение. Это может быть деревянная доска или книга. Так композиция будет более, опять же, интересный, объемный и будет хорошо выглядеть на видео и на фотографиях. А цвет кружки здесь очень хорошо, практически совпал с цветом салфетки. И мне, наверное, эта композиция понравилась больше других композиций. Итак, обязательно напишите в комментариях, какая композиция вам понравилась больше. Оформляйте свои открытые полочки и можете делиться фотографиями в директ моего инстаграма. Я буду с вами прощаться. Уютного вам дня. До новых встреч совсем скоро.